В Москве загорелся электрозавод. Как пишет РосМИ, пожар начался на первом этаже лакокрасочного цеха на предприятии по изготовлению железобетонных изделий и металлических конструкций. Предварительная площадь огня составляет около 50 квадратных метров. Электрозавод построен в 1928 году. Он производит электротехническое оборудование для всех отраслей. В 2023 году на территории России часто что-то горит и взрывается. Под ударом оказываются разные регионы, в том числе и столица. Например, только недавно было известно о пожаре, вспыхнувшем на территории Московской электроподстанции Чагино. Тогда же сообщали о густом дыме и возгорании трансформатора, а также 120 литров топлива.